Пора идти. Ты не видишь их, да? Вы не умеете видеть? Красные, злые. Крылатые красные, сильные. Смотри, их много. Thank you.
большой, но глупый. Крылатые очень быстрые. Устал. Но я работаю. Иногда вижу дверь. Тебя зовут из-за двери. Почему? Мы идем в полис. Вместе. И будь что будет. Малыш не захотел уходить. Что-то держит его рядом. Пока не могу понять, что. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. Там кто-то есть. Отсюда трудно видеть. Там люди. Боятся, что на них нападут. Но не злые. Кто такой? Все гаразд, мужики. Приберіть стволи. Це ж рейнджер з полісу. То ти на кільце зібрався? Тоді поспішай. Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли. Можеш поторгувати з хлопцями. У нас перекур ще хвилин на 10. Потім рушимо далі. Слушай, Кацо, выбирай, что хочешь. Весь патрон высший сорт, сам бы стрелял. Да деньги надо. Кацо, ты на гильзы не смотри. Как стреляет, смотри. Пех-пех, как стреляет. Слушай, Кацо, на мутант лучше нет. Нахламдис, дорогой. Слушай, дорогой, скажи, что хочешь. Все есть. Бери, не подведет. Отличное оружие, тебе подойдет. Пока мы еще тут, обращайся, если что. Отходи, парень. Сам понимаешь, все такого не станет. Только лучше. Ну что ты? Впереди люди. Ждут нас. Хотят убить. Не знают, что мы уже здесь. Прижал,
Я видел такое у тебя. Полезные? Теперь понимаю, для чего. Принесу еще. Я здесь. Я могу помогать. Силы одного не всегда достаточно. Кулагин, ты с Минкиным пройди по маршруту. Может, еще кто-то... У народ есть кто живой! Прижал! Обходите его! Обходите! Девчонки! Что там встал, как шиш на блюде? А ну скрылся, бестолочь! Есть! Что есть? Мне что, вас всех за ручку везде водить? Ну-ка повтори полученный приказ. Приказ захватить депо и скрытно ждать появления... Опять люди. Знают о нас. Очень красные. Очень хотят убить. Не забыл. А где же тогда твоя скрытность? Или ты думаешь, что этот рейнджер, как тебя увидит, сразу в объятия бросится? Ну я... Никаких «ну» и никаких больше косяков. А то тремя нарядами больше не отделается. Понял? Так точно. Есть три наряда вне очереди. А? Что? Что за... хрень? Эй! Yeah.
законам революционного времени. Мужики, вы потише. Проклятие. Сейчас, мужики, спокойно. Не спешат, пошли. А теперь тебе крышка, ряд. Товарищи, у нас потери! Теряем людей! Бойцов теряем! Потери! Ну-ка! В плен не брать! К бою! У нас гость! Его. Тревога, враг! Спокойно, товарищи! Здесь тоже они, черно-красные, боятся тебя и все равно хотят убить. Thank you.
нас потери! Ты его знаешь, и он тебя. Как все, спокойно? Да, порядок. Чего нас тут вообще поставили? Ну да ладно. Пост сдал. Что-то видно важное. Пост принял, бывай. Прекрасно, Лесницкий. Теперь, товарищ Морозов, надо организовать испытание вируса. У вас, кажется, были подходящие... деловые партнеры. Да, Числав Андреевич, бандиты с Венеции считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Избавьте от подробностей, дайте мне результат. Товарищ Лесницкий, задание ясно? Так точно, товарищ генерал! Ты убил Рейнджера! Ты предал орден! И думал, это сойдет тебе с рук! Это мы еще посмотрим! У меня есть неплохой козырь. Ты? Приступайте. А вот Красную площадь, Павел, бери на себя ты. Сам понимаешь, кроме тебя больше никому доверить не могу. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно. Но больше не могу. Устал. Очень вредный, опасный. Начинаю понимать, зачем вы убиваете. Всем рейнджерам, Сэм. Из-за обострения обстановки для возвращения использовать только вход на Красной площади. Повторяю. Использовать только вход на Красной площади. Посеял ветер, пожнет бурю. Черный открыл для меня мысли Лесницкого. Я знаю то, что знает он. Война уже бушует в них. Семена, которые посеял Корбут, взошли. В полисе созывают мирную конференцию. Смешно и глупо. Война уже началась и не прекратится, пока в метро останется хоть кто-то живой. Все, кто пытается остановить ее, пытаются остановить ураган руками. Я должен добраться до полиса, разоблачить лжецов и встретить бурю.